Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, мы с вами играем рубрику, которая называется «Убей Вайдера». И буду я, ребята, находиться сегодня в секретном туннеле. Просто охереть какой, сочный, красивый, красочный. О нем вообще никто не знает, он находится на карте «Простор». Вот, и на самом деле о нем все знают, и поэтому, как бы, да. Мы просто, ребята, находимся в подземелье. Решил я выбрать себе вот такую вот позицию для минирования. Со мной сегодня будут играть это... Евгений, поздоровайтесь. Здрасте. Это также с нами еще будет Кирилл, поздоровайся. Всем здорово, друзья. Это... Ой, ёб твою мать! Ой, сори, ребята, за мат, но это в натуре. Прям маму мне стоило позвать. Я же испугался, как там взорвались сверху. Вот, с нами еще будет Хафанский, поздоровайся. Всем здорово. Вот, короче, всех представил, но на самом деле с нами здесь только Жека находится, потому что, я не знаю, Ховика, про Ховика что-то, кстати, вообще все забыли, его никто не пригласил, даже не предложили, алло. А он же не просил. Да, ну, короче, Ховик не просил, его не пригласили, так что будем без Ховика, вот. Мазафака, ты что меня так пугаешь? Прилег, ты, значит, сюда прилетел. Ну-ка, пощеливай отсюда. Ой, тись, путик, кто-то там лезет ко мне. Сейчас я его завалю. Пошел в жопу. Пошел в жопу. Кто это там едет на стейке? Не Жека ли это случайно? Какой стейк? Какой стейк? Это знаешь, хоть мемчик про тебя делай. Типа, будете сдавать экзамены? Такой парень такой стоит, знаешь, такой негритенок, такой, такой вид у него еще такой. Какие экзамены? И сейчас также Жека. Какой стейк? Прикинулся, блядь, курочка. Здесь нет. Чего? А, да ничего. Джойси нету? Да, Джойси нету, ты капец плохо. Слава богу, что его нет. Ты чё? Он бы сейчас всех снежками обозвал. Я помню, у меня до сих пор есть видосик, где он меня обсирает будет. Ах, вы снежки такие! Вот это просто весело было. Там похлеще много. Вот это, кстати, было довольно-таки весело. Да не стреляй ты меня, боже мой, ну я же буду аптечки, ребята, по КД хавать. То есть, вам нужно сейчас как-то, ребят, меня убить. Кстати, я не сказал, ребята, про приз. Здесь у меня есть целых 10 золотых ящичков. Соответственно, потрачу я, ребята, на чё их. Чуваки, которые приедут сюда и завалят, им нужно как-то... Ну, действовать сообща, то есть им, да, конечно, наивный мальчик чукотский, я что, прям посередине буду стоять? Я же не дурак, я специально уехал. Им нужно, ребята, как-то взять и меня завалить. Соответственно, если у них это получается, то я скидываю сразу, просто моментально, дух, 10 золотых ящиков на карту, и... Все радуются, кричат Вайдер, супер Вайдер класс, кто не верит тому в глаз, вот также кричат там Вайдер, я хочу от тебя ребенка, вот также там кричат Вайдер, стань моим папой, там и т.д. и т.п. Ну короче, ребята, вы поняли, да, все будут рады 10 золотым ящикам, и это на самом деле очень круто, потому что, как я, ребята, и говорил, все голды, которые я набивал, соответственно, эти голдики мне достались абсолютно бесплатно, потому что я выполнял челлендж от разработчиков на 2000 киллов, ну и в этом челлендже, когда я, ребят, набивал наши киллы, я говорил, что... Ребята, сладенькие мои дорогие, все голдбеки, которые я выиграю и нафармлю на этот аккаунт, я скину сладенькие мои вам, потому что мне для вас ничего не жалко. Ну и, соответственно, это ребята, сложно. Сегодня это и происходит. 10 золотых ящиков уходят просто в зрительный зал моим дорогим подписчикам, и я так думаю, им очень эта тема понравится, и прямо они половят их от души душевно в душу. Да? Евгений, там у вас получается или нет? Ни-у-я. Ничего. Блин, там кто-то, короче, даже с этим, с артой выехал. Это, блин, просто, ребята, я сейчас сказал, хоть берите там арту наперевес и ехайте ко мне тут, пытайтесь меня завалить, убить. И, походу, кто-то вот, кстати, меня услышал. Кстати, сколько у тебя аптек? У меня аптек бесконечное множество. О, так, да. Вы думали, что, 10 голдов забрать у меня на мульте, это что, просто? А? Это, ну, это да. Же нужно попотеть, так что, братан, ты меня на твинте можешь даже не стрелять. Потому что, ну, мне настолько фиолетово, ребята, у меня полностью вкачанный мой викинг-гром М2. И на подполковнике каком-то, вроде бы, грома я могу собрать на капитане, я могу их забрать бесплатно. Это да, это все круто, это четенько, но, конечно, до капитана мне еще очень-очень долго. И поэтому он у меня пока на моем, так сказать, этом,
Воронте. Блин, а чё, кстати, у нас с той стороны не... О, нихера себе, там кто-то у нас на красочке лайм прорывается. Да мать моя женщина. Я-то думал, у меня здесь с одной стороны меня типы поджимают, а там, знаете ли, они с обоих сторон прям лезут и лезут, как таракашки. Ну, ребята, это на самом деле все, так сказать, вилом по воде писано, то, что я здесь такой неубиваемый мальчик, которого никто не может завалить. Вот, если они сюда проберутся, если они сюда уже дойдут, как раз до меня, разминируют этот весь пятачок, они меня здесь так отмудохают, они меня засрут, во-первых, минами, и я по-любому, ребята, офнусь, рипнусь, поэтому как бы вот так вот. Так что давайте. Так, ну что, ребятулечки мои дорогие. Смотрите, они прям сыпятся и сыпятся. Это, знаете, это мужицкий дождь. Аллилуйя. Это, ё-моё, это оказывается лайм. Я думал, что уже кто-то на таких себе маленьких званиях купил краску, которая стоила 1500 рубасов. Я уже хотел... Брат за брата, извините, так и вы традиции, брат за брата. Нихера, ну, а что ты такой жесткий? Он так меня разминировал здесь много. Ты охеревший, что ли? Просто вообще чувак, ребята, сейчас мины мои все так жестко унизил. И я сейчас думаю и предполагаю, что если он еще один раз сюда слезет, и мне придет типа кранты. Потому что он, типа, как я понял, очень жесткий типуль, да? Ну да, здесь еще один аутист, который минится. Так это нормально. Это нормально, Жека. Давайте я откуда-то... Я так и пробежался по центру и заминировал все. Так, да иди ты в сраку, а. Здесь меня арта... Вот сейчас чувак, нет-нет! Я убежал от него. Пошли вон отсюда, мои сладенькие. Нихера они меня как прессуют. Вот это уже очень жестко. Ай. Офигеть, они уже со всех сторон здесь меня поджимают. Ой, ребята, сейчас думаю и жопа чую, что будет прям жопа жопная. Кстати, Жека, я тебя ни раз не видел еще возле меня. А, вот он ты. Привет. Привет-таки, брат. Пока. И пока. Че, хорошо тут у меня было? А? Да. Я тоже так думаю. Здесь мне вообще уютненько, знаешь, здесь сижу, себе особо ни о чем не парюсь. Так, ладно, запрячусь я, в принципе, с этой стороны. Блин, хоть куда ни стрельнем, везде обязательно кому-то да урон, ребят, пройдет. Это прям просто... О, привет, братан! Кишки-ремешки-релеи. Они уже, кстати, центр разминировали. Это не очень хорошо, давайте еще раз так. Ой! Брат за брата, извини, таковы традиции. И сдох он. Смотрите, ребят, здесь центр. Я здесь опять центр немножко минирую. Это как, знаешь, Зойберг. Ой! Ох ты засранец с хитрожопой! Он, короче, сверху спрыгнул и практически меня заминировал минами. Ох ты засранка такое. Просто, ребят, 75 минок себе оставил еще на потом. О, жиканчик, приветки, братанчик. О! Пока. Меня смока убила! Ты понимаешь, что я тупо не уследил за своими хп? И все. Вайдербек улетел. Это вообще полный бред. Ну, как я, ребята, и обещал, сейчас просто все вот эти мои 10 золотых ящиков улетут в зрительный зал. Улетят, точнее. Готовы! Всем удачи, а я как даун сижу без пробитвы и смотрю на стриме, как это все происходит. Это круто. Так, все готовы? Нет, 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 типа не готовы. А мне пока что никто не готов. Всегда мечтал так сделать. Просто вообще, ребята, всегда мечтал. Смотрите, голды везде. И там, и тут, и по центру. Просто по центру, кстати, очень дофигища голдов. Не вкурил уже, минирует один из золотых ящиков. Но он не знает, что его, в принципе, заберут с вершочков. Так что не вкурил. Удачи тебе. Спасибо. Я бы так сильно не рассчитывал на этот золотой ящик. О, тут мин. А можно я с тобой поборюсь, Жека, за этот золотой? Нет. Ну, пожалуйста. Да, курва, ну что вы делаете? Курва матка пердоли. Ну, можно чуть поборюсь? А, Жека? Нет. Ну, Вайдер, ну, пожалуйста. Блин, я на самом деле не хотел у тебя этот голд отбирать, но я практически ехал на него. Я сейчас думал, если я сейчас отберу, у Жеки так жопа взорвется. Кстати, Монах взял целых, ребята, 2 золотых ящика. Поздравляю его. Расим взял. Жека, кстати, взял 1 золотой ящик. Бросил!
О, еще, кстати, один возле меня. Ну, за вот это, ребята, золотой ящик уже грех не побороться. Так что вы, конечно, меня, дорогие подписчики, извините. Но один золотой ящик я просто вообще обязан отжать как-нибудь себе, если это у меня получится. А где он? А, на той стороне аж. Да, он наш на той стороне. Ребят, заезжайте сюда. Заезжайте. Да заезжай, братан. Заезжай на мостик, все нормально. Опс, его убили. О, да тут мин. Ну, ты мне мешаешь, братан. Курва матка. Курва матка, пердо. Да ты издеваешься. Ах ты, Расим, сосиска ты испорченная. Я прям так жестко летел на этот золотой ящик. Ну, в принципе, один. Ладно. Мечтать не вредно, ребята, у нас еще скидывает золотой ящик. Ну ладно, бог с ним, я уже буду заканчивать видос, потому что он у нас и так немножко задержался. Ой, задержался, затянулся. Поэтому, ребята, если вам понравился данный выпуск, то обязательно ставьте лайкос. И также не забывайте, ребята, подписываться на канал. Вот, потому что чем больше лайков, тем больше у нас будет таких эпичных конкурсов. Вот, с вас лайки, с меня, ребята, конкурс, все как обычно. Вот, с вами был Вайдер, подписывайтесь на каналчик, ставьте свои лайкосы. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока.